Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Появилось свободное время. И продолжаю дальше делать Фердинанд от фирмы «Звезда». Что я сделал? Собрал траки. Траки полунаборные. Собирались довольно неплохо, но один минус набора — это все же нерабочие звездочки. И немного проблематично было их делать. Вот. Сделал, вот, поделил на две части, чтобы было проще покрасить и потом их соединить. Вот. Хорошо, что не приклеил надгусеничные полки. Они бы реально помешали бы работать с гусеницами. И даже сейчас видите, что не очень просто их доставать. Одна. Вот вторая. Немного попал клей на катки. Поэтому надо более аккуратно снимать. Аккуратненько снимаем и верхнюю часть. Если звездочки прокручивались, будет намного проще вытаскивать. Главное теперь попарно их не перепутать. Фердинанд можно отставить в сторону и начинать покраску. Красить буду красками Tamiya и буду использовать цвет XF84 Dark Iron и XF1 матово-черный. Я одну каплю на три капли данной краски буду разводить. Один раз так пробовал уже красить, мне как-то цвет показался более натуральным. Покрашу, начну красить, посмотрите. Подготовил краску. Развел, как обычно, ее 1:4 в соотношении с растворителем. Ну и, как говорил, на 3 капли Dark Iron, 1 капля матового черного. Довольно неплохая укрывистость у данной краски. Переходим в ускоренный режим.
Закончил красить траки. Теперь дадим им сутки хорошо просохнуть. Нанесем после этого пигмент стальной. И после нанесения пигмента поставим их на модель, замаскируем ходовую часть и продолжим дальше покраску Фердинанда. А пока отправляем на просушку. Ну вот, прошли сутки. Краска отлично высохла. Можно брать спокойно руками и наносить пигмент. Пигмент буду наносить сталь. Уже когда поставлю на модель и буду всю модель, на всей модели делать пигменты, тогда уже нанесем и другие. Сейчас беру пигмент сталь и натираю ей гребни траков. Процесс, конечно, не сильно быстрый, но ничего тяжелого в нем нету. Так вот получаются грунтозацепы. Теперь беру ватную палочку и натираю дорожки, по которым двигаются катки. И потом точно так же делаю каждую часть. Можно еще делать это все пальцем. Иногда пальцем результат получается даже лучше. Это я в конце потом прохожу по граням, по краям. Надеюсь, результат будет виден на видео. Ну и также прохожу по гребням. Ну и потихоньку-потихоньку втираю. Натер пигментом. Примерно затратил где-то минут 20, может даже и меньше. Теперь оденем
гусеничные ленты на Фердинанд и подготовим его к покраске. Поставил траки, поставил надгусеничные полки. Теперь замаскирую нижнюю часть танка. И уже в следующей части начнем, в следующей серии начнем красить. Красить в основной цвет, наносить камуфляж. Так что, друзья, кому интересно, следите за выходом новой серии. На этом буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким, друзья.